Компания Wayne применила весь свой 20-летний опыт, чтобы разработать самый доступный и совершенный на сегодняшний день самогонный аппарат. Более 16 тысяч покупателей в России и ближнем зарубежье уже стали его обладателями. При всей своей внешней простоте самогонный аппарат Wayne – это технологически очень выверенное устройство, которое кроет в себе немало приятных сюрпризов как для начинающих пользователей, так и для профессионалов-самогонщиков. Вы поразитесь, насколько просто создавать непревзойденные по вкусу напитки прямо на вашей кухне, на самой обычной плите. Конструктивным преимуществом аппарата Wayne является современный перегонный куб. Благодаря трехслойному ферромагнитному дну с дополнительной прослойкой из алюминия, продукт внутри полностью защищен от пригорания. Конкурентное преимущество аппарата Wayne – это 4 режима работы. Режим самогонного аппарата обеспечивает быструю перегонку браги в спирт-сырец со скоростью до 7 литров в час. При нагревании браги в кубе внутри трехниточного теплообменника происходит активная конденсация спиртовых паров. В результате получается высококачественный дистиллят крепостью 40-45 градусов. Такие дистилляты, как правило, помещают в дубовые бочки для получения рома, коньяка или бренди. При добавлении в дистиллят кориандра или миндаля вы получите ароматный джин. В режиме ректификации происходит перегонка 40-градусного дистиллята в 95-процентный чистый спирт. Такой эффект обеспечивается оптимальным соотношением высоты и диаметра вертикальной царги. Второй термометр, установленный в максимально высокой точке колонны, позволяет добиться невероятной по точности перегонки. Именно в этом месте при температуре 85 градусов происходит полное разделение паров спирта от вредных примесей и масел. Установленные в основание царги насадки Панченкова обеспечат высокий уровень очистки. Отсутствие каких-либо регуляторов значительно упрощает весь процесс перегонки. Вам необходимо лишь удерживать температуру на одном уровне. После разбавления полученный спирт используют в качестве основы для приготовления водок, наливок или настоек. Режим перегонки фруктовой и зерновой браги позволяет добиться сохранения соответствующего вкуса и аромата исходного сырья. В этом режиме получают чачу, кальвадос, а также самогон на основе варенья. Для ценителей экспериментов и оригинальных напитков есть режим ароматизации. Для этого достаточно установить ароматизатор и наполнить его ингредиентами на ваш выбор – курагой, черносливом, медовыми сотами, кожурой лимона или граната. И вы получите несравненный по вкусу и аромату напиток, который вберет в себя нотки использованных ингредиентов. Не бойтесь экспериментировать со вкусами и рецептами. Аппарат Wayne сделает для вас чистый и безопасный напиток. Это устройство не просто изменит ваше представление о том, какой должен быть алкоголь. Оно научит вас не переплачивать за дорогие и некачественные напитки в магазине. Создайте свою коллекцию элитных напитков вместе с самогонным аппаратом Wayne. Угощайте ваших друзей и принимайте восторженные отзывы.